Всем привет, ребятки, с вами Блэкс. Сегодня будем играть в игру под названием Titanfall. И сегодня у нас какая миссия? Правильно, третья. Одиссей, бой на истребление. Мы сегодня опять пройдем две миссии, ребят. Как обычненько, у нас такой небольшой плохой баланс. Я думаю, это внимание. Очень скажется на игре, это потому что у нас в команде есть хорошие люди, и у меня левел на третьем месте, да, походу. А вот... Ладно, давайте послушаем, отныне потом расскажу. Основная цель в этом секторе. Близко. Макаллан известный тактик, а потому он опасен. Спевшись с террористами, он даст им значительное преимущество. Судя по перехваченным данным, они попытаются забрать его на Северном плато, рядом с обломками Одиссея, того корабля, который он увел. Всем пилотам, ваша задача зачистить местность. Прикройте группу захвата близко. Она попытается найти и захватить Макаллана. Желаю удачи. Конец связи. Ну вот, короче, смотрите, какой баланс. У команды ополчения 3 человека, у которых левел меньше 10. А у нас 4 человека, у которого левел больше 10. И 2 человека, у которых меньше. Ну, сейчас посмотрим, как это отразится на игре. Может быть, они какие-нибудь супер крутые человеки. Хотя, если они попали... А, нет, они компания ополчения еще проходит эти миссии. Поэтому я думаю... О, Одиссей, да. Поэтому я думаю, они еще не так много повидали в этом мире. Хер знает. Одиссей, насколько помню, это корабль вроде, да? Или что это, я забыл. Вроде корабль. Я не помню. Вот так вот. Я дебил совсем. Я сканирую обломки корабля. Он зарегистрирован как Одиссей. Судя по рапортам, похищен из-под вашего командования, вице-адмирал. Я в курсе, что с кораблем, и могу сказать, кто в ответе за его состояние. Главное, как он сюда попал. Одиссей, это корабль. Пилоты, выдвигаемся. Зачистить этот участок. Окей, погнали. Одиссей. Так, ну давайте посмотрим, что можно сделать будет. Я думаю, ничего такого особо толерантного нельзя. Бойцы, это бой на истребление. Уничтожайте всех, кто встанет у вас на пути. Давайте отобьем этот корабль. Отбить корабль? Не, не слышу. А, я помню, помню, Одиссей. Я вот оттуда пойду сейчас. Первая кровь у меня. Отлично. Первая кровь. А мы уже просираем, смотрите-ка. Ну молодцы, что сказать. Опять мне надо тащить раунды. Вот фак. Так, ребята, надо это, нападать на них. Чё мы стоим как лузеры? Нам уже вон посливали многих. Отлично. Какой-то лох играет, слушайте, даже ничего не делал. А, скин девушки? Ну все ясно. Либо он пидераст. Либо любит телок. И не умеет играть. Хотя, я думаю, это девушка. Потому что чувак, который любит телок, должен обязательно уметь играть. Это привилегия... Блять, меня убили, пока я тут болтал. И мы просираем, пока я тут болтал. О, 18 уровень. С БС, чё? Фак. Ну мне поддержку дали, лол. Так, ну погнали, чувак. Так, что у нас тут?
угрозу самостоятельно. Задействован режим пилотирования. О, смотрите, как мы вырвались сразу. Вот сейчас будет Titanfall. Видите, адмирал, в центральном реакторе Одиссея повышенные тепловые сигнатуры. Они пытаются заключить его, но он же почти врос в землю. Стабилизаторы слишком повреждены. Полет невозможен, да. Они не собираются взлетать. Им что-то там нужно. Блин, выкури террористов из корабля. Готов. Вот так титанов надо гасить. Фак, он сейчас рванет. Охереть. Залезел. Залез. Фак, ну меня грохнулись. Титана мне грохнули, спасибо им, конечно же. Давай я буду ожидать тогда. Так. Ну это интересная игра, слушайте, даже комментировать что-то нечего, потому что охота просто поиграть, насладиться геймплеем и скиллом моим же, лол. Так. Где-то у нас парни, ребят. Ебать, он лох, даже не заметил меня. Так, наверху титан где-то ходит, я так думаю. 48 очков истребления. Слушайте, у них даже у них чувак на шестом левеле играет больше, чем наш. А я и говорил про какой-то баланс. Надо молчать мне побольше. А то про баланс какой-то рассказывал вам целую в лобби сидя. А баланса тут почти нет. Фак! Почти грохнул. Почти нас грохнут сейчас. Ребят! Я что-то не вижу активности. Может, хоть кого-то убьете? Молодцы! Что вы делаете? Как можно было засрать? Столь успешный раунд. Пиздец, дебилы. Давай, выпрыгивай! Пиздец, мы дебилы, сейчас сосем. Что мне снег, что мне зной, когда вообще соснули? И про баланс еще какой-то говорил, вообще дебил. Я главный. Когда нас дергают, как сосунков. Я вам отвечаю, нас дергают, как каких-то лохов. Ну вон, почти сравнялись. Под конец игры. Титана вражеского никто не налегает! В титана не идите! Ой, бля! Фак! Я попал по артгрену, мой промах. Я только за счетом слежу, вообще не в курсах, что происходит. Титана надо грохнуть. Вообще сосу. Стар, мы в командном центре корабля. Тут никого не видно.
заметно. Макалон проник в бортовой артиллерии. Так, Макс, похоже, теперь здесь не здесь. Близ, на базу. А с Макалоном позже разберемся. Да ты дебил. Вот это вот этот прикол. Одну. Ой-ой-ой. Yes! Вы это видели? Две. Охереть! Я вообще в шоке нахер. Хорошо, что я на Титан не пошел. 209. Охереть. 300 на 299, ребят, ну это пипец просто. Пиздец, дебил, просто пипец. 300 на 299, я про какой-то баланс рассказывал. Это команда еще та. Смотрите на нее. Видимо, никому не до корабля. Я его один как лох мочкаю. Ну да. Все, он свалил. А, ну этот гандон меня под конец убил как лох. Спасибо ему. Крыса сраная. Улететь должен был. Смотрите у них какие киллы. Смотрите на их очки. А мы только с этим еле-еле затащили. Пиздец, дебил. Я таких дебилов еще не видел в жизни. Пипец. Просто-напросто. Чуть не всали. Как так можно было? Уровень 19. Скоро 10 будет. За бассынах. Основное оружие. Винтовочка. Не, винтовка да херня. Я хочу Хэмлок открыть. У тебя херня, это Хэмлок. Всем пилотам внимание! Говорит вице-адмирал Грейс. Мы получили подтверждение, что дезертир Макаллан примкнул к силам первого флота ополченцев. Я его знаю. Мне известно, как он мыслит. Он попытается связаться с Баркером, отставным офицером АМС. Последний раз его видели в городе Ангелов. Прямо сейчас наши оперативники следят за Баркером в городе. Если Макаллан выйдет с ним на связь, он будет не один и хорошо вооружен. Ваша задача — устранить всех сопровождающих его ополченцев. Приготовьтесь к бою. Это тип ВХ, да? Радарный импульс. Через стенки видеть. Ну нахер. Я хочу магнитную ПО взять. Ладно. Сейчас давайте, что у нас есть? Расходные карты у нас какие-то новые. Антиактивный камуфляж. Надо использовать карты, я забываю использовать. Вот это давайте сбросим. А, не успел. Ладно, сейчас поиспользуем какие-нибудь карты. А то реально как пипец дебилы ходим. Карты не используем, как лохи. Я просто забываю, я хочу быстренько так нагнуть. Это в обычных боях можно, а в компании я не хочу просирать. Так эпично. Уже три боя затащили. Сейчас четвертый бой, город ангелов. Что тут надо будет делать? Сейчас мы посмотрим. Информаторы АМС из города Ангелов подтвердили опасения Грейвса. Его бывший старший помощник Джеймс Маккал находится в городе и пытается спасти некогда пилота АМС по имени Баркер. Так, ну отлично. За Баркером, бой на истребление. Дуговые гранаты дезертируют. Да, у меня есть такая дуговая граната, я ее использую. Наши поисковые отряды там внизу несут потери. Ваша задача уничтожить врагов, препятствующих поискам. На месте. Пилоты приготовятся к высадке. Капитан, мы прочесали районы 10 и... Вообще можем сосать дико. У них этот командор, он мощен. У них все там мощные, они хорошо воюют. Это бой на истребление. Веди все отряды противника
двигаться с моего пути. Охереть. Там их до хера просто. Че? Испытание тупо завершил. Пиздец, дебил. Пиздец, ты дебил. Фак, ну я не успел. Блять, он меня в прыжке убил. Надо было тоже С. Я как дурак перезаряжался. Пиздец, дебил. Вот сейчас соснем, я думаю. Команда у них больно мощная. Наши играть не умеют. Ну чё ж мы играть-то не умеем? Фак! Из дробаша загасил. Боевая мощь наземных сил упала до 75%. Че, я уже три раза умер. Молодец, нафиг. Че творят? Нет! Да че я-то сразу? Сразу меня надо вальнуть. Нас кто-нибудь играет, кроме меня и того чувака? Ну охереть! Ща мы всосем, я уверен. Нереал, когда у нас нубы какие-то играют. 25-24, не убивать никого. Рачье, удалите игру! Если играть не умеете. 20-й левел, отличненько. Нафармили. Фак. Не, против Титана не хочу сражаться. Тупо килл возьму просто на себя. Лишний килл нам не нужен, пусть Титаны грохаются друг с другом. Нет, не лагай, плиз. Соси, быдло. Со один, блин, охереть. Ну, вы играть умеете, мы... Пиздец, дебил. О, убил. Блин, ну чё никто не играет-то? Молодцы нахер. Я же не могу тащить один команду. Я и не умею. Мощь наземных сил 50%. Ты сбил. Я не знаю, что творится, наш сосуд просто по гланды. Если я буду просто стоять, мы просто сосем и все. Вот вся история. Фак! Еще грохнули. Ага, нету времени. С нашей командой нет, я уверен. Просто нереал. Unreal. Фак.
Не, ну мы не сможем. Команда дно. Надо выходить будет. Я с такой командой не могу затащить. Еле-еле в тот раз затащил. Сейчас мне удастся. Просто везение было. Чисто везение. То, что тогда у нас чувак смог убить. Найти ополчение или АМС. Ему повезло то, что ополчение его не убило. Тут тупо не везет, слушайте. Второй раз не прокатит у нас фишка. Хотя... Знаете, много я говорю, много. Возможно, прокатит. Хотя вряд ли. О! Пиздец, дебил. О! Ребят, сравняли почти. Эти троем дебилы умерли. Пиздец, дебилы. Взяли ком... Блять. У нас есть еще шанс, да, есть небольшой. Ну, мы всосем, я уверен. Не, мы пососем, я уверен. Я уверен, потому что это уже нереально. 230 к 242. Если только какое-нибудь чудо не поможет нам. Чудо, например, Максюши. Ну, например, что-то я сделал. А, у меня Титан есть, я его забываю. О, ребят, нихера себе. Вот это да. Такое бывает чудо в жизни. У них там по 60, по 50. Где там Титаны вражеские? Иди сюда. Все, дебил. Где Титан? Надо его грохнуть. Где это говно, а? Готов. Так, не лагай, плиз. Сейчас дебил. Чё, затащили что ли? Да ладно. Ну такого быть не может, я просто не верю. Я не поверю, если мы выиграем. Слушайте, у нас есть все шансы. Yes, последним убил, за эту победу дали. За БС. Вот и все, мы сделали их, сэр. Мы установили контроль над портовым районом. Так точно. Все отлично потрудились. Теперь прикончим оставшихся. Внимание, войска ополчения разбиты. Но ваши сектори еще остались... О-о-о. Слава богу, я не умер. Ополченцы предпримут попытку эвакуироваться недалеко от вашей текущей позиции. Я понял. Здесь дебилы не уйдут. Фак, я упал. Ополчение пытается уйти. Ой, что это ополчение нам? Умом Titanfall не понять. Да и умом тоже. Здесь дебилы летели. Кого-то грохнули. А, там спектр был. Насрать. Нихера мы затащили, ребят. Это были два самых эпичнейших раунда за всю историю Titanfall. Два тащерских раунда. Команда раков у меня. Слушайте, нет, в конце подтянули, молодцы. Вначале что-то сосали. Фух, у меня лучшая стата. Фух, как всегда. Не обессудьте. Не обессудьте, просто тащеры вот так вот играют в Titanfall. Какой у нас 21 левел уже, я так понял. 23 тысячи очков. Вот так вот, детки. Ну ладно, дорогие друзья, с вами был я, Блэкс. На этом я говорю всем удачи, всем пока, берегите себя.
Пока-пока. Ставьте свои жирные пальцы, Лойс. И, конечно же, передавайте привет друзьям и говорите друзьям о моем канале. Ну, все.